Ну и, видимо, на каскаде. Ну, каскады-то у них были один к одному, фактически. Итак, теперь поехали американские фигуристы, целых 4 человека, один за другим. И первый из них – Максвелл Теодор Аарон. 18 лет, от роду ученик закрайчика. С хореографией Тома Диксона в программе «На танго Роксаны» из мюзикла «Мулен Руж». Макс Аарон. И вроде бы аксель прошел легко, и каскад Лутстулуп тоже без каких-либо проблем. А на Ридбергере вдруг совершает ошибку. Никогда не угадаешь в этом виде спорта, где наступит тот самый неприятный момент. Смотрите, аксель довольно-таки высоко, спокойно. Только как-то скучно в лед смотрит Макс после исполнения акселя. Лутс со смешно сложными руками перед собой делает и тулуп. Все чисто. Могу вам ответственно заявить, что музыку для этой короткой программы монтировал абсолютно не имеющий никакого отношения к музыке человек. Это вот, но это нужно, я не знаю, с чем сравнить-то. Это все равно, как волосы красить в красный цвет или Или,
не знаю, какая-то глупость про автотюнинг лезет в голову. Ну, ну абсолютно ужасно просто. Просто ужасно. Я бы сошел с ума находиться на стадионе под эту музыку, наверное, через полчаса. А Аарон катается под нее целый сезон. Ох. 63 балла он получает за свое катание. Безусловно, более удачное, чем у наших ребят, благодаря легкому исполнению акселя и тройного каскада. В принципе, и на Ридбергере там не так уж он и сильно ошибся.